Ну и по старой морской традиции, Юрий Рукович, вам, как руководителю стройки всей, предоставляется в рынду о том, что порт сдан. Да, это символический переход от строительства к эксплуатации порта. Мы говорим, прошлый год это 1 000 000 тонн грузов перевезено портом. В этом году планируется 2,5–3 миллиона тонн и примерно аналог следующего года. Этот проект, он был изначально рассчитан как трансформер. Даже в постановлении правительства этот олимпийский объект записан как грузовой район порта Сочи с переоборудованием в яхтенную марину. То есть правительство заранее уже знало о том, что этот порт прекратит свое существование в декабре 2013 года. На период проведения Олимпиады здесь простоят пассажирские суда, как плавучие отели. И после этого будет следующий этап, как яхтенная марина и большая рекреационная зона, в которой будут яхт-клубы, бары, рестораны, эллинги и прочие удобства для сервиса обслуживания морских яхт и разного рода катеров.